Шум насоса так и будет их привлекать. А на откачку всей воды уйдет немало времени. С таким оружием нам точно не выжить. Может, нам использовать мины? Взорвать их к чертям? Они нам помогут, но этого будет недостаточно. Слушайте, у деревни потерпел крушение военный вертолет. Никто из бедняк на борту не уцелел, в отличие от их оружия. Отправляйтесь туда и попробуйте что-нибудь достать. Конечно. Возвращайтесь как можно скорее. Если эти твари нападут, пока вас не будет, нам конец. Давай установим тут мины. Вертолета. Он разбился вдребезги. Проглядите внутрь. Может, хоть что-то полезное там есть. Ха-ха-ха, блин. Пулеметы, полковник. У нас тут станковые пулеметы, блин. Ну что, возвращайтесь и начнем зажигать.
Будь начеку. Ты справишься. Живо сюда! Надо установить пулеметы. Зомбаки любите погромче? Это я вам устрою.